Я чуть не сел. Ребят, это 24 часа в зоопарке ночном. Мы сейчас ночью тут находимся. Просто посмотрите, что происходит. Они меня сейчас сожрут. Нет! Черт, камера. Ну что, дорогие друзья, это 24 часа челлендж. Мы сегодня будем ночевать в зоопарке с животными и даже их трогать. Ребят, мы сейчас находимся в торговом центре. И первый час я лайкаю абсолютно все комментарии. Это моя девушка Катя. Это я, меня зовут Саша. И подписывайтесь на канал, потому что это видео залетит 100%. Видите, вот там вот далеко-далеко-далеко есть контактный зоопарк. Мы сейчас идем туда, будем ночевать там. А может еще и проберемся в сам торговый центр, чтобы никто вообще нас не спалил. И самое главное, ребят, еще раз говорю, что первый час мы лайкаем абсолютно все комментарии, поэтому пишите любой, абсолютно любой комментарий. Я его обязательно лайкну, Катя его обязательно прокомментирует, поэтому и еще самое главное, на нашем канале больше всего 24 часа челленджей, и это вообще тема вся, считайте, что моя, поэтому, ребят, мы погнали, пожелайте нам удачи. Ты боишься? Я, если честно, переживаю, потому что мы давненько этого не делали, но, если честно, я уже очень хочу погладить животных. Если честно, я мечтаю себе о маленькой кошечке какой-то, но... О енотах. Короче, ребят, это не просто зоопарк. Это зоопарк контактный, то есть ты можешь трогать всяких зверушек и так далее. И прикол в том, что мы ночью, если у нас получится остаться, а если это видео вы смотрите на канале, то у нас получилось остаться там и провести целую ночь. Мы будем гладить целую ночь животных. Это будет очень прикольно. Пошли. И кормить. А вон еще может даже в конфи залетим. Короче, ребят, сейчас все посмотрим. А для начала нам нужно купить билет, пойти туда, как обычные гости. Он, к сожалению, маленький. Нам надо будет где-то спрятаться. Или в торговом центре, или где, чтобы потом туда проникнуть. Может, еще ключи как-то стырим. Ребят, смотрите, какая тема, лемуры. Смотрите. Короче, еще раз говорю, это контактный зоопарк. Ой, ты чуть-чуть маленький какой. Ну что, мы ночью будем тут проводить просто отличное время. Дай пять. Друзья, мы знаете, в чем еще прикол? Что сегодня 7 января, сегодня Рождество. Просто посмотрите, сколько людей катаются на коньках. Это сумасшествие. Чисто мясо. Короче, ребят, сейчас будем начинать. Вот, зоопарк находится там. Покупаем билет и залетаем. У нас есть ровно 30 минут, потому что сейчас 20:46. И прикол в том, что я не знаю, во сколько он закрывается. Наверное, где-то через минут 40. Короче, сейчас посмотрим. Еще, друзья, смотрите, зоопарк называется Зверополис. Вот, это еще раз говорю, контактный зоопарк. Можно нам поделить? Развиваться туда, да? Я не понимаю, что происходит. Тут очень много людей. Они сейчас начинают резко уходить. Мне кажется, что сейчас они должны уходить. 21 минут, что? На карте написано, что этот зоопарк работает до 10. Мы жестко сейчас опоздали. Смотрите, какие свиньи. Нам на жестко надо очень-очень-очень быстро пройтись. Я даже не знаю, где. Тут туалета нету, тут ничего нету. Тут вообще очень-очень мало места. Носик. Вот тю-тю-тю-тю. Прям в камеру, молодец. Прям в камеру, да, давай. Короче, ребят, вон там Катя уже что-то где-то спряталась. Уборщица она убирает за животными. Пипец, мы так опоздали, так лоханулись. У нас мы просто можем сейчас это самое охереть. Капец, Катя. Тут же очень палевно. Это единственное место, которое я нашла. Он очень маленький, но такой хитрый. Я думаю, нам надо вот эту вот штуку как-то раскопать и туда спрятаться. У нас реально вариантов нету. Так, если открою дверь, будет кому. Мы можем просто ее чуть-чуть отодвинуть. И туда, да? Короче, ребят, это единственное место. Просто посмотрите. Я не знаю, как нас не запалили. Это капец. Смотрите, малой. Малой с охранником. Охереть, как это мощно. Я посмотрел на вот эту вот штуку и просто охренел. Ты видела, какая там мышка маленькая? Мы сейчас, короче, выйдем, ребята, у меня просто уже, я хочу спрятаться, что прошло где-то 2-3 часа. Торговый центр точно закрывается в 10, и нам тут еще 2 часа торчать, но мы зато сможем сюда смотреть. Короче, ребят, мы на всякий случай, пока закроется этот зоопарк, я хотел передвинуть вот эту штуку, но я нашел только вот такие кульки, поэтому, скорее всего, мы будем прятаться в эти кульки, вот так вот, чтобы нас, ну, сюда, типа, не нашли. Поэтому мы как дебилы вот так вот час должны стоять, Катя. Час. Ты вообще выкупаешь? Выкупаю. О, вообще не видно. Вообще. Реально. Такое ощущение, будто мешок какой-то. Давай, теперь моя очередь.
Это двери. Катя, это двери. И их будут закрывать тут. Твою мать, где мы спрятались? Они не закроются. Да нет, я имею в виду это двери, блядь. И они будут эти двери закрывать и 100% будут сюда заходить. А вдруг не закроют? Ты что, прикалываешься? Зоопарк не закрыть. Только что открыла девочка маленькая какая-то дверь, и это очень странно. Короче, нормально? Mm-hmm. Вот так вот, и повернешься задом, чтобы дырку не было видно. А я сейчас так же сам встану и повернусь, ребята. Я не знаю, это дебилизм, конечно, будет, если нас не спалят. Но вроде не видно, в принципе. Нет, да не видно будет. В общем, друзья, мы, в принципе, спрятались. Короче, я сейчас пока стою, я сейчас встану. На часах, чтобы вы понимали, сейчас 21:24. Катя вон там головой туда спряталась. Поэтому, ребята, сейчас буду садиться. Я не знаю, что они там делают. Давай, давай, садись. Я ноги спрятал. Все, сидим. Буду в телефоне сидеть, зависать, потому что... Вы даже не представляете. Вот возьмите кулек, оденьте на себя и сидите в кульке. Это, блядь, просто нереально. Зай, как ты? Как? Я уже не могу. Пожалуйста, давай поменяем положение. Давай я сяду. А ты встанешь, а я встану? Да. Ну давай. Короче, ребят, я только что дернул дверь. Я так понял, он еще дверь, короче, закрыл. Я не могу еще закрыть вообще. Короче, я так и был прав. В смысле, до завтра? Тут что, кто-то остается, что ли? Ёпта. Тут что, кто-то остается? Катя, они свет вырубили. Они свет вырубили. Не сказали до завтра. Это что означает, что тут кто-то еще останется? Они друг с другом попрощались. Ну, а это означает... Нет, завтра это типа они завтра встретятся и будут снова работать. Что непонятно? Ну, я понимаю, но это означает, что тут кто-то должен был остаться, понимаешь? А, ну, значит, тут остается кто-то на 10-20 минут еще. Но они свет вырубили. Короче, надо проверять. Ребята, вот то, что вы видите от моего первого лица. Чтобы вы понимали, я нихера не вижу. Ребят, 22:13. Я уже не могу тут сидеть. У меня подмышки все вспотели. Я вообще в шоке. Катя, ты как там? Уже устала. О, как хорошо. Катя, я только что сейчас понял, что мы опять проебались. Мы давно не снимали 24 часа челлендж. Куртки наши. Мы оставили их там. Может, поэтому он говорил, типа, до завтра, до завтра. Да. Ребят, короче, мы тупо оставили куртки. Да кто там ходит? Да, реально, это по клетке. Короче, ребят, мне честно, мне уже все равно. А, вот это зайчик. Все, мы выходим, короче, ребят, пожелайте нам удачи. Аккуратно, тихо, пожалуйста. У вольер тельки с пивробитником. Катя, там лемуры. Вон он там. Да ты что прикалываешься? Написано. А, может это потому что они опасны? Они кусаются, наверное. Так, Катя боит. Чтобы тут никого не было, точно. Закрыто ли тут, потому что... А, ребят, смотрите, торговый центр тоже закрывается. Так, тихо. Смотрите, закрыто. Yes! Yes! 24 часа, ребята, мы просто в зоопарке. Блять, в
торговый центр. Как мы выйдем в торговый центр? В общем, друзья, у нас получилось. Тут вообще никого нет. Давайте лекс нарисуем. Тут кто-то есть? 5-5. Ребят, короче, мы сейчас найдем, как тут включить свет. И вам покажем этот зоопарк. Он просто нереальный. Мы уже с Катей тут были. Привет, братан. Привет, привет. Он даже не отреагировал. Короче, сейчас посмотрим. Ого. И на какую кнопку нажимать? Нифига не работает. Такс. Ну что такое? Вот это. Это ж не сильно палевно будет для торгового центра, который не сильно закрылся. Хотя его ж тут закрыли, тут никто не сможет, в принципе, пройти сюда. Катя, смотри, какой дикобраз. Вот это смотри, вонючий. Какой вонючий? Очень. Дикобраз. Но зато крутой. Короче, ребят, мы с Эриком хотим, чтобы вы посмотрели лютейшее просто видео, последнее, которое вышло у меня на канале, ссылка на которое будет в описании этого ролика. Катя, Эрик, ты рекомендуешь всем? Конечно, я рекомендую. Короче, ребят, быстрее переходите по ссылке в описании после этого видоса и обязательно смотрите, чтобы вы понимали, что там вкратце. Там мой подписчик за 24 часа заработал 1 000 000 рублей. Вы можете сами это наблюдать, сами увидеть. Это очень действительно интересное видео, если это вам нравится уже 24 часа, то вам обязательно понравится. Поэтому, ребят, ссылка будет в описании этого ролика. Я вам со 100% гарантией могу сказать, что видос вам реально очень зайдет и понравится. Ссылка будет в описании. Или вот тут вот нажимаете, хлопайте и погнали дальше. Смотрите это видео. Да, Эрик? Да, да, да. Ну что, а где мышка твоя? Я ей положила обратно. Положила? Короче, ребят, тут Кате так понравилась мышка вот эта вот. А где она? Где она тут? В домике. В домике? Мій дім для мене дуже важливий. Ласки, не підіймай його. Нельзя. Короче, ребят, тут дикобраз. Вообще сдурел просто. Посмотрите, что он делает. Он грызет дерево. Саша, нет, смотри. Он взял палку и пытался выйти, короче. Серьезно? Серьезно? Да. Это бы, короче, 24 часа мы зашли, а он отсюда выходит. На самом деле, животные тут не бедные. Они тут кормленные, они тут спят, смотрите, как боги. Просто посмотрите. Привет. Вот, кусаются? Да. Ой, господи боже. Привет. Еноты. А что такое храплывый? Опа. Здорово, коза. Я думал, это она. Ребят, ну а также голосуйте, нравится ли вам это видео. Вот тут тоже будет опрос. И снимать ли для вас еще такой контент. Потому что, честно, мне прям очень нравится. Как вы видите, блин, просто реально бомба. Я просто вообще офигел. Вот насколько нас не увидели. А, куртки же тут. Все это, вот оно что. Вот просто видите, еще какие-то куртки были. Вообще непонятные, я вообще не понимаю, чьи это куртки. Поэтому нам вот так повезло. Кать, тут еще куртки были, поэтому нам повезло. Посмотрите, сколько еды. Смотри, это корм для дикобраза. Пошли дикобраза накормим. Нет, я хочу котиком. Котика? Ну пошли котика, на, держи. Вот они, смотри какие. Можно мне домой забрать? Катя просто любит. Можно мне домой забрать? Нет. Ой, какая хорошая. Ребят, смотрите, какие они красивые. Они как леопарды такие. Да. Офигеть, да? Можно такую кошечку? Она где-то 4000 долларов стоит. Серьезно? Да. Ребят, если тоже любите кошек... Ты кто такой? Ты кто такой, Катя? Сейчас, Катя, всех покормим. Сейчас. Ты кто такой, братан? Ой, тихо. Тихо, не бойся. Все, не буду я тебя трогать. Короче, это 24 часа разговаривания с животными. Честно, он мне на Артема напоминает. Вот тот Эрик, помните, да, кто такой Эрик? Сейчас вот тут будет. А, ты Артем. Боже, какой красивый кот. Ребят, а это Эрик старший. Он спит. Катя, иди сюда. Уже Катя настолько любит животных, что даже ей даже не интересно, что тут находится вот тут вот. Смотрите, кассу. Ага. Деньги, короче, отсюда забирают. Но на самом деле, ребят, с такими людьми, я думаю, тут выручка вообще бомбовая просто. Можно на компе что-то покрасить. Черт. Камера. Это камера. Она не работает. Фух, ёпперный ты бабай. Я думал, камера работает нормально вообще. Короче, ребят, положил огромную всю эту штуку, потому что в заднем кармане вообще неудобно. Или кинь его все-таки в куртку, пожалуйста. Ребят, просто посмотрите, сокровище, пульт. Ладно, мы ничего тут не будем. Опа. Ключи. А что это? Катя, ключи нашел. Короче, пофиг, это потом. Все позакрывали. Опа.
Смотри, какие красавчики! Ой, пошли к ним зайдем. В общем, друзья, это вот такие вот сурикаты. Маленькие. Вы маленькие, хорошие. Маленькие. Ути, зайчик, смотрите, какие у него зубки большие. Смотри. Иди сюда, залезай. Залезай на Катю. Залез. Это 24 часа, друзья. Саша, 24 часа Саша. ночью. Мы в зоопарке. Посмотрите, что тут происходит. Ребят, напишите, хотели бы вы вот так вот животными поиграться. Я хочу, чтобы он тебе на голову залез. Какую голову? Подожди, стой. Не двигайся. Тихо. Чтоб он не вылез. Он не вылезет, он хочет у тебя постоять на голове. Искать. Он так в мультиках я видела делать. В мультиках? Он его сейчас искал. Вот, залазит. Серьезно? Смотрите, ребята. Саками завоняло. Ну что, меня обоссал? Он меня обоссал? Да нет. Ой, смотри, как стоит. Стоит? Класс. Серьезно? Да, стой. Ай. Чу-чу-чу-чу-чу. Ребята, позовите на эту козу, она в шоке. Смотрите, какие маленькие. Смотрите, какие манюськи. Не, Зоя, они боятся. Не бойтесь. О, смотри, как собака. Смотри, какие хорошие. Боже, какие хорошие. Свинки. В общем, мы отсюда уходим. Она всегда вот тут стоит себе, подруга такая. Чтобы вы понимали, вот, это тут нормально. Попугаи тут просто так летают, и это так круто на самом деле. Он не вылетел. Все хорошо, ну, чтобы просто, ну, типа, понимали. Эрик, а ну, расскажи нам, сколько время? 0-0-0-2, ребят, мы столько уже тут гуляем, что на самом деле мы офигели, что прошло уже столько времени. И уже 12 часов ночи. Привет, малыш. Какой хороший кролик. Смотрите, какой хороший. Какой хороший. Тук-тук-тук. Короче, ребят, мы идем кормить обезьян. Маленьких обезьян. Червяками. Держи. Я не хочу. Давай, заходи. Пиписяны, заходи. Опа. Заходи, давай. Я не хочу, заходи. Честно. Ну заходи, они меня тут сожрут. Пойду. Катя, они меня тут сожрут. Я подожду тут. Катя, нет. Если что, Катя, они меня сейчас сожрут. Катя, иди поснимай, они меня сейчас сожрут, я тебе серьезно говорю. Саша, если что, зайду, я реально боюсь. Пиписяны, держите. Давай, кушай. Ой, мордочка засовывает. На, ты тоже держи. Не хочешь? На. А, меня за ручку схватил. Возьми. Ой. Ну зачем ты все поразбросал? Ну зачем? Выходи. Нормально вообще. На. Он бросает специально. Смотрите, ребята, у них тут прям такая лукошка, что они спали тут. Ух, ёперный ты, да ну нахер. Катя, чё ж ты мне не сказала? Катя. Твою мать. На, сундучок. Держи. Ух, блядь, там это червяк, твою дивизию. Ребят, это 24 часа в зоопарке ночном. Мы сейчас ночью тут находимся. Просто посмотрите, что происходит. Они меня сейчас сожрут. Нет! Ребят, подписывайтесь на инстаграм. И самое главное, ребят, посмотрите видео 24 часа. Ссылка будет в описании. Еще один 24 часа. Там мой подписчик зарабатывает 1 000 000. Пока они хавают, вы можете смотреть. Вы можете спокойно смотреть. Ребят, ссылка будет, еще раз говорю, в описании этого видеоролика. Ой, какой хороший. На. Катя, как мне его убрать? Да, все. Боже, вот, ну вот он настолько так мило смотрит, ребят. Вот он так мило смотрит на нас. Как белка. Иди сюда. Ребят, смотрите, еще какие маленькие ежики. Ну, возьми баночку. Да. Ну, возьми ты. Нет, возьми ты. Нет, возьми ты. А что я всегда беру? Меня обезьяны чуть не сожрали. Ой. Так, как ты не
Блин, смотри, какие они. Ой, какой хороший. Он не кусается? Он не кусается? Нет. Точно? Смотри, какой маленький ежик. Он облизывает, смотри. Маленький. Смотри, какой хороший. Он прям как в мультике. Ребят, жалко, что там вот, там, где мы нашли еду, не на всех еда есть. Я бы тут всех покормил. Они так их, они такие хорошие. Вот это, кажись, сын. Видите, он за мамой ходит. А я такой красивый Эрик. И мне вообще все равно на всех. Я тут сижу такой главный. И мне вообще все равно. Я не кушаю, я не ем. И мне вообще... Ребят, 1:18 уже, я вообще просто в шоке. Катя, ты опять его... Ну, сундучок, поехали домой. Я его всегда на крыше нахожу, он один сидит. Он ему не нравится с другими крысами сидеть. Давай соберем мышку. Это не крыса, это же мышка. А вон еще одна, смотри. Вон еще одна маленькая. Смотрите, какая мышка. Как рататуй. Ребят, вы бы забрали вот такую вот мышку или нет? Блин, посмотрите, какие маленькие кролики. Сейчас где-то примерно уже 1:30, 2 часа ночи. Вот, и я думаю, что я хочу пойти прямо сейчас куда-то там на каток или еще куда-то. Ну, вот в торговый центр посмотреть вообще, что там. Сейчас мы зайдем быстро к енотам. Вот, и после этого пойдем в торговый центр и обратно придем сюда, поспим на ночь. И уже будем, наверное, скорее всего, тут ночевать. Если честно, мне уже начинает туз щипать. Кать, пошли. Пошли, пошли. Вы же нас не укусите? Ёбать, да ну вы на... Ребят, я туда не зайду. Вообще еноты, они хорошие, они полоскуны. Может, они сами просто боятся. Они не привыкли, что в час ночи к ним кто-то забирается. Поэтому, ребят, я же говорю, я не хочу животных тревожить. Я очень их люблю. Ребята, не забывайте, еще раз говорю, смотрите видео. Видео охеренное, 24 часа. Как мой подписчик заработал 1 000 000 рублей. Вы можете перейти прямо сейчас по ссылке в описании и посмотреть это лютейшее просто видео. Поэтому, ребят, залетайте, смотрите. Это мой вам совет. Оно реально очень круто. И вам просто нереально понравится. А мы сейчас, прямо сейчас будем выходить уже. Ты выйти хочешь? Опа, да. Смотри, смотри, как он крутит. Они очень острые, они... Охренеть. Не могут. Видел? Смотри, он выйти хочет. Не, я тебя не пущу, братан. Да, если честно, я вообще в шоке со своей девушки. Она вообще ничего не боится. Пошла себе в аптечку, тут зашла, заварила. Она просто болеет, и я ее вырвал на 24 часа челлендж. Гордошка болит у бедной. Заварила себе чайчик. Катюш, давай, короче, будем отсюда выходить. Нам еще в торговый центр надо. Мы сейчас посмотрим пока просто. Где оно тут? А, да, это оно. Сейчас посмотрим тут. Да, это тот открыт. Нет. О! Я вперли бабай. В общем, ребят, мы... А потом вернемся сюда. Мы сейчас, получается, свет тут выключим. Оставили освещение вот такое. Да тихо. Короче, друзья, просто посмотрите, вот тут вот. А вот эти лемурчики. Привет. Короче, ребят, я вообще в шоке. Вот эти ключи. Мы сейчас будем по торговому центру. Я надеюсь, тут камер, к счастью, нету. Ребят, и самое главное, не забывайте, пожалуйста, посмотрите мой 24 часа челлендж. По ссылке в описании, там есть ссылка на это просто крутейшее видео, как за 24 часа мой подписчик с нуля просто заработал хорошие деньги. 1 000 000 рублей. Ребят, просто посмотрите. Вообще никого нету. Мы можем сейчас просто в любой магазин зайти. А вот, друзья, посмотрите, кофе. Кофе, просто кофе. Офигенно, да? Мы еще и в торговом центре, друзья, побывали, так еще и в зоопарке. Ребят, просто можно взять вот так вот шарик. Держи, зай, дарю тебе шарик. А еще можно в какой-то подъезд зайти. Серьезно? Ключи просто валяются. Я вообще в шоке. О, но смотри, мы не смотри, 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 там какие-то пакетики, вон, пакетики с... О, еда! Прикинь? Ну ладно, 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 ребят, мы не берем чужое и вам не советую. Короче, друзья, мы сейчас находимся, хрен знает, где тоже в торговом центре, вы кажись, где мы будем тут спать, зай? Не, ну серьезно, можно под елочкой тут, короче, так лечь себе и спать, смотрите, какая прикольная. Да, еще прикольно. Это что, люди? Я сейчас охренею. А, господи, ребят, смотрите, это манекены. Охренеть, смотрите, видите? Вон там манекены.
Не, это манекены просто. Офигеть. В общем, друзья, ключи от зоопарка. Сейчас будем куда-то идти. И потом, скорее всего, будем спать с маленькими такими котиками, прикольными игрушками, с этими самыми, именно со зверушками. Блин, мне немного так страшно, если честно. Чего? Со зверушками прям будем так спать? Вообще офигенно. Беги вперед, беги вперед, давай. Блядь, тут еще одна лестница. Да, давай, давай. Сука, давай быстрее. Что ж ты? Все хорошо. Все хорошо. Иди, беги, беги ты. Все хорошо. В общем, друзья, это просто какой-то капец. Я это видео 100% в телегу вставлю. Мы еле, блин, от него оторвались. Ютуб и ютуб такое, наверное, не вставит. Это точно. Я в телеграм. О, я так бежал от него. Ты видел, как он меня повалил? Я вообще охерел просто. Короче, друзья, едем домой работать с нашей малышкой. Приключения только начинаются. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки. Пока, малышка.